Работы по замене теплотрассы длиной в 43 метра начались. Из-за этого уже завтра в 5 многоэтажках отключат горячую воду, а сегодня ночью на этом участке перекроют движение. За 4 дня рабочим надо успеть заменить трубу диаметром в 720 мм. Реконструкция тепломагистрали связана с расширением Московского шоссе. По проекту здесь построят новую развязку. Здесь вот будет произойти такое расширение проезжей части, скажем так. И из-за этого нужно, чтобы участок тепловой сети новый был проложен именно под этой федеральной автодорогой. Там будут меняться строительные конструкции канала, и, соответственно, будет прокладываться участок нового трубопровода. Новая развязка – спасение от пробок. Автолюбители готовы мириться с перекрытой дорогой ради будущей свободы передвижения. Пускай потерпели там дня 3-4-5, зато потом спокойно без пробок будем ездить. Это первое вообще за всю жизнь здесь начали такие капитальные строительства. До этого вообще ничего не строилось. Чтобы не устранять порывы на старой теплотрассе, тогда, когда здесь положат новый асфальт, реконструкцию проводят заранее. Именно на таком подходе настаивает глава администрации Самары. Олег Фурсов поставил задачу – уложиться в минимальные сроки. Нужно обязательно отследить, чтобы необходимые трубы, лотки, подушки бетонные были в наличии, складированы в месте вскрытия, с тем, чтобы не растягивать все это на месяца. И надо организовать работу в 3 смены. 4 дня все-таки это долго, у нас ремонты по городу идут, по основным трассам, и перекрывать вот такую улицу, конечно, хотелось бы в минимальном объеме, на минимальные сроки. Подрядчики уже вышли на объект и рапортуют, справятся. Все материалы в наличии, подготовительные работы уже начались. Мы будем работать, да, в круглосуточном режиме, да, это будет 3-сменка, в общем, работать будем день и ночь. Вот. Поэтому мы надеемся, что все работы будут выполнены в срок и с надлежащим качеством. На время работы изменится и схема движения общественного транспорта. Подробную схему можно посмотреть на сайте городской администрации. Юлия Черняева, Марина Матвейшина, Алексей Золотенков. События.